Всем доброго времени суток. Так, очередной, ну это не санузел, это ванная комната. Вот. Вот такая вот тоже, стены кривые. Вот. Вот это вот на переделку будет вертикальная, потому что здесь будет пенал такой. Здесь будет большая тумбочка, тоже на переделку там. Вот, унитаз тоже на переделку. Вот. А здесь вроде под бойлер все остается. Вот так вот, стена, по-моему, вот так кривая очень сильно. И вот это вот. Ну, вроде бы как пробивали лазером, а и эта тумба тоже. Не очень. Все, что здесь ровно, то только потолок, то надо переделывать там. Тоже что сверлили, непонятно. Вот, и здесь будет. И тоже там. Вот, не знаю, как они здесь сделали. То есть стена вроде бы ровная, ну как бы, вроде. А здесь уже пластиковая труба, вот видите. Это пластиковая труба из-за нее. Уже даст состав сантиметра два лишнего слоя, а так как она завалена, то на выходе будет все 3,5, то и 4. Вот, и то, что за рукожопый сантехник. Как можно нахуй было вот это так, блядь, понапаривать. Куча колен, куча кранов, блядь, и толку нахуй никакого. Так же и там. И труба, кстати. Вот где-то она видно, мокрое пятно. Вот. Где труба. Нахуя ее было опускать ниже, туда вообще ни хера не понять. Вот так вот. Такой вот санузел. Видно, заказчик не хочет, чтобы мы уезжали с этого объекта. Каждый раз приезжаем, он все новое и новое нам выкидывает. Вот так. Такой вот плиточка такая вот будет. Тоже по акции. Ну такая вроде бы ничего. Симпатичная. Вот. Вроде бы как и ровная. Смотрите. Кстати, она по акции. Вообще цена у нее там смешная. Ну, ровненькая. Какая-то более такая глинистая. Вот. Ну, будем завтра это все переделывать, перепаивать. Я буду заниматься там третьим этажом. А все, Юра будет здесь. Ну, я приду ему перепаяю, а потом уже будем заниматься третьим этажом.